пончо для ношения в дождливую погоду совместно с рюкзаком. Специально подрегулированная длина для того, чтобы не волочилась пончо и не задиралась выше, чем рюкзак. Два пончо могут соединяться совместно друг с другом и образовывать тент. Специальные шевроны нами сохранены для того, чтобы размещать знаки идентификации в области плеча и на голове. Капюшон пончо можно одеть как обычно на головной убор, так и на шлем. Данная молния предназначена для того, чтобы быстро его снимать и одевать, если вдруг возник огневой контакт. Две молнии предназначены для организации доступа к снаряжению, находящимся под пончо, а также для пропускания боевого ремня к автомату. Это связано с тем, что если бы мы разместили ремень оружейный поверх пончо, тогда в момент огневого контакта мы не сможем снять ни пончо, ни оружейный ремень. И в связи с этим можем сильно замешкаться и не участвовать в огневом контакте. Поэтому наше предложение было сделать ремень, выходящий из двух вот этих вот молний, которая одна расстегивается вот так, другая сверху. Продевается здесь ремень, и, соответственно, оружие находится снаружи этого пончо.